1 февраля судебные приставы не могут списывать со счетов должников суммы больше прожиточного минимума. В Югре в среднем он составляет 16 932 рубля. Для трудоспособного населения 18 456 рублей. Тем, кто по каким-либо причинам не может погасить долги, необходимо обратиться с заявлением в службу судебных приставов и указать счет, на который поступают основные доходы. В частности, предусматривается, что должник-гражданин имеет право обратиться в территориальный отдел судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов в размере минимального размера оплаты труда на территории субъекта. В частности, должник сможет подать заявление в службу судебных приставов с реквизитами банковского счета, где должен быть сохранен минимальный доход на его нужды, нужды иных лиц, находящихся на его иждивении. Действие данного закона не распространяется на взыскание алиментов, а также возмещение ущерба, причиненного преступлением.